Приветствую смотрящих, всем здорово. Что ж, ребятки, во-первых, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Это первое. Также отдельно поздравлю в своей телеге, можете на нее подписаться. Кстати, там проходит розыгрыш на 2000 голды. Плюс еще у нас розыгрыш на 100 кк, 100 миллионов в ПВшке. Это все будет в закрепленных комментариях. Кому интересно, спускаемся ниже и смотрим. Конкретно этот ролик будет про открытие сундуков. Открывали сундучки мы на фришке. Открыли мы на 12 тысяч рублей, как я понимаю. Сундучки, один сундук 60 рублей, открыли мы их 200. Плюс до меня еще открыл мой подписчик 300 сундучков. Я решил открывать еще 200, чтобы залутать гарантированную награду. Сами сундуки по большей части приносят так называемую прибыль за гарантированную награду, да? То есть, если вы откроете там, по-моему, 500 сундуков, там можно плюс нормально хорошо окупиться за счет духа звездного света. Если там 1000, 2000, там уже шарики плюс 10, плюс 11. Но в основном стоило открывать, по-моему, 90 или 120 сундуков, чтобы залутать 9-ю резную печать халявную за гарантированную награду. Дальше уже по, соответственно, возможностям людей. Сундуки именно касательно не моих, а касательно людей, которые открывали в моем клане. Кому-то очень хорошо падало, кто-то окупился за вот все 400-500 сундуков чел открыл, и он окупился, то есть ему прям равномерно падали пиздатые рарки. Кто-то не окупился, кто-то прям открыл 2000 и окупился также сполна. То есть сундуки полный рандом, но больше нет, чем да. Вот. Но самый топ, конечно, это гарантированная награда. Она спокойно прям стимулировала открывать эти сундучки, потому что гарантированная награда реально была крутая. Также можете посмотреть, кто занял топ-1, топ-2, топ-3 и так далее в телеге по местам. Я даже, наверное, прикреплю скринчик. Можете его также посмотреть. Всем, ребята, приятного просмотра. Обязательно ставим на этой рубрике лайк, подписочку на канал. И еще раз всех с наступающим Новым годом!